О, салам алейкум. Замечательно, ты как? Привет. Ну, что там у нас? Я с ним поговорил. Нормально сегодня связать. Все, ништяк. Что-то должны? Не, все нормально. Сегодня вечером есть что у меня забирать. Ну, добро. Так, а ну, расселись все. Быстро. Всем здрасте. Времени у меня много нет. Собрание еще. Значит так, грантники, имейте в виду, если вы провалите экзамены, следом будет отчисление, а затем последует полное возмещение оплаты за обучение. Это понятно? Алан, тебя это касается в первую очередь. У тебя еще два экзамена впереди. Если ты провалишь, того шанса у тебя не будет. Даже у тебя. Так. Вот это вот раздайте. Туда, везде. Вы на пересдачу? Да. Так, вон туда, присаживайтесь. Вон туда, сбоку. Большое, что помог. Тебя же Алан зовут? Не за что, да. Алан, а тебя как? Алан Калиев? Да, откуда ты знаешь? Слышала про тебя. А я про тебя нет. Ты из туризма? Да. Но у нас нет такой специальности. Мы тут технари все. Летать умеет. Он точно избранный. И тот, кто нам нужен. Может быть, он даже сильнее, чем я? Избранный? Да, я умный. Но вот насчет летать... Ты что, спрятался? От меня? Слушай, прости, что я не умею летать. Ну, может, поговорим в какой-то более приятной обстановке? Может, кафе? Давай вылезай. Понял, понял. В кафе нам не нравится. Может, парк? Дерись! Перестань. Я вообще не тот, кто вам нужен. Я неудачник. У меня ничего нет, никого нет. Я даже экзамены нормально сдать не могу. Сейчас, подожди. На, вот. Все, держи. У меня больше ничего нет. Вот.
Лучше бы ты так и сидел там. Пойду искать других Алланов. Может быть, среди них есть избранный. Избранный? Ты еще 5 лет творить? Избранных. Это все равно не ты. Какая тебе разница? Я же совсем забыл тебе в холодильник поставить. Ты же Калиф Алан Маратович. Да, да, это я. А что такое? Тут какая-то баба бешеная ходит. Всех парней с нашими именами избивает. Уже 2 покалечила. Что, прям реально девчонка? Серьезно? Да, ты представляешь? Это она тебя так? Нет, нет, забей. Это я с велика упал. А, ну, тогда я тебя предупредил. Да. Будь аккуратен. Да, да, спасибо. Конечно, хорошего дня. Давай, пока. Да, алло. Хватит мне уже названивать. Ну, что ты такой злой? Что, тоже девушка забегала? Избила? Никто ко мне не заходил, со мной все в порядке, я цел. И вообще, ты кто такой? Хватит мне уже названивать. Ну, я как бы тоже, Алан Маратович. Так ты же ко мне вчера заходил. Да не заходил я. Наверное, кто-то другой из наших. Получается, она к тебе вообще не приходила? Так, все, разбирайтесь сами. Ко мне никто не заходил, пока. Алло. Привет. Привет. Что у тебя с лицом? Все в порядке, вчера с велика упал. А, ну да, с велика так и падают обычно. Ты, кстати, проходной набрал? А что, уже всем все объявили? Да. Алан, а ты что здесь делаешь? В смысле, на экзамены пришел? Ты же на прошлом экзамене набрал проходной балл. Как не набрал? Да, ты не набрал проходной балл. Но завтра можешь к 10 утра подойти в деканат. Окей. Привет. Слушай, моего деда тоже избили. Он тоже твой тезка. Мы тут с пацанами решили объединиться и защитить всех нас. Так, парни, мне реально не нужна ваша помощь. У меня все в порядке. Я просто недавно с велика упал, а так все хорошо. Поэтому было приятно с вами познакомиться, но мне пора. Удачи там с вашими разборками. Thank you.
что тут делаешь? Расслабься, я просто проверяла, можешь ли ты пройти в наш мир. И ты можешь, никто из Аланов в вашем мире этого не может. Такой слабак, как ты. Слабак. Видишь, ты сама говоришь, что я слабак, знаешь, я вам не подхожу вообще. Я не могу это так просто оставить. Ты избранный, ты единственный, кто может, в принципе, все исправить. У нас сейчас идет ужасная война в нашем мире. И только ты можешь это исправить. Только ты, ты избранный. И это твое предназначение. Избранный. Да-да, я это уже слышал. Но бы ей это вообще не мое. Ты не можешь быть таким равнодушным. Ты твой мир тоже. Ты просто не помнишь. Каждую секунду гибнут сотни жителей этого мира. Но я не могу. У меня экзамены. Экзамены, ты понимаешь? Меня отчислят. У меня проблемы с деканатом. Какой деканат? Какие экзамены? Это все не важно. Скажи мне, зачем я вам нужен мертвый? Меня и так вычислят и убьют. Хватит думать только о себе. В наш мир не так-то просто попасть. Это у вас пока прецедентов не было. Возьми это. Это для связи со мной. Вдруг передумаешь. Телефоны брали. Я все вижу. Я пройду? Можно мне пройти? Можно я пройду? Поторопимся. Эй, привет. Я новая соседка из 24-й. Никак не было времени познакомиться. Это тебе. Спасибо. Мария. Я Калиев Алан. Очень приятно познакомиться. Молодец, дружище. Прошел проверку. Я реально тут самый избранный. А сейчас я взорву твою бошку. Серьезно? Ты вызвал меня только ради своего спасения? Пока я в другом мире спасаю сотни других жизней? Это тебе не игрушка. В следующий раз разбирайся сам. Подожди. Следующий? То есть будут еще такие? Да. Если он узнал о твоем месторасположении, будут и другие. И всегда вот так вот будет? Да, ты же избранный. Ты должен спасти наш мир, есть пророчество. То есть я реально существую в ваших пророчествах, да? Конечно, иначе зачем мы бы приходили за тобой? Окей, веди.
Отважный избранный. Ты вновь пришел прервать свой путь в честном бою. Мое почтение. Ты молодец. Наверняка у него отличные способности. Ну, да. Я умею предсказывать будущее. Да-да, вот только что было. На меня нападает огромный амбал. Я, короче, беру его так за шею и как дам ему живот. А потом делаю вот так, и знаешь что? Я ему взрываю бошку. А это я все предсказал. Я уверена, все так и было. Да. Так же. Вот он просто большущий. И он выглядел... А это кто? Наш воин. А почему ваш воин хотел меня бить? Он не хотел. В смысле, верни меня назад, пожалуйста. Ты не переживай об этом. Здесь ты в безопасности. Тебя никто не тронет. У вас все стены разрисованы. И, насколько я понимаю, там мое имя, да? Может, обратно вернемся, пожалуйста. Ты ему не все рассказала? Нет. Что не все рассказала? Что? Пожалуйста, может, все-таки есть назад, может, пойдем? А, пути обратно не существует.